Татьянин день на календаре. Указ президента России от 2005 года о Дне российского студенчества официально утвердил 25 января профессиональным праздником студентов. О Татьянах Нижнего Тагила, студентках и не только, и о новых традициях в День студента репортаж Натальи Стрелец. У каждой Татьяны есть своя личная история имени. Одной из них поделилась наша коллега Татьяна Козяр. Журналистка, активистка и просто красавица Татьяна говорит, что с честью носит свое имя. Меня назвали на самом деле в честь моей прабабушки, которую звали Татьяна. Вот. Это была любимая бабушка моей мамы, и она дожила до 104 лет. Я с гордостью ношу это имя. Но когда я узнала толкование, в какой-то момент там читаешь, что обозначает твое имя, прочитала, что это учредительница, устроительница. Мне, конечно, меня это разочаровало, потому что, хочется, например, быть какой-нибудь Еленой Прекрасной или кем-нибудь еще. Вот, и не хочется быть какой-то учредительницей. Вот, но потом с годами я поняла, что действительно, может быть, имя наложило отпечаток на мою личность, может быть, так сложилась судьба, что действительно я постоянно что-то устраивала, когда я работала на телевидении очень долгое время была координатором, и вот это вот самая такая устроительная работа. Но в этом году у меня двойной праздник получается, потому что в этом году я еще прохожу курсы переподготовки, учусь в Челябинском институте культуры, поэтому я сейчас еще и студентка, поэтому у меня двойной праздник. Я не только Татьяна, я еще и студентка, поэтому вот прямо... Праздник. Имя Татьяна греческого происхождения, означает учредительница, устроительница. Татьянин день – это еще и день студентов. Одна из Татьян нашего города в силу своей профессии стала настоящей покровительницей молодых людей, которые сегодня получают образование в СУЗах и ВУЗах. 22 года проработала в отделе обслуживания. И мы там постоянно же студентов обслуживаем. И я с удовольствием, я бы как покровительница студентов, мне это нравится. Я с удовольствием всегда выполняла их заявки все. Старалась, чтобы им больше литературы им дать, чтобы учиться было им легче. В общем, покровительница студентов. Про Татьян пишут. С детства обладательницы этого имени проявляют себя как сильные натуры. Во взрослой жизни становятся отличными организаторами и руководителями. Но на первом месте – семья, отзывчивый и всегда готовы помочь в трудную минуту. А вот такими видят тагильчане Татьян нашего города. Мне кажется, имя накладывает отпечаток. Это очень светлые, очень добрые люди. Самая дружелюбная, как вторая мама мне всегда была. Она очень надежная, она очень добрая. Она может быть примером, строительница, по-моему, с греческого, да? Это о многом говорит. Еще одна хорошая новость. В этом году, в честь праздника, администрация Нижнего Тагила объявила о новой традиции нашего города. В день студента всем, кто предъявит студенческий билет, бесплатные часы в бассейне и на катке. Наталья Стрелец, Любовь Шевченко, Михаил Крюков, Андрей Фатыхов. Новости Тагил ТВ.